Дорогие друзья, Бизендорф Фрилов Филармония совместно с краудфандинговым порталом planeta.ru начинает сбор средств для проведения третьего сезона проекта камерной музыки. Бизендорф Фрилов Филармония – это возможность взглянуть на понятие филармонии, на старейший тип концертной организации под углом 21 века. Потому что лофт-филармония – это ультрасовременное пространство Black Box, которое находится в культурном центре ЗИЛ, где есть металлические фермы, хромированные элементы, где также представлен брендовый рояль ручной сборки Бюзендорфер. Это полное погружение в мир красоты и гармонии, потому что на проекте представлена видеоинсталляция, и именно она представляет собой некий виртуальный портал на сцены великих театров, знаменитых филармоний, новейших центров исполнительских искусств мира. Музыканты выступают в двух ипостасях – как топовые исполнители и как талантливые модераторы, ведь они общаются со своей аудиторией, делятся профессиональным опытом и раскрывают тайны исполнительской кухни. Этот проект – единственный круглогодичный проект, который занимается исключительно камерной инструментальной музыкой. И наша концертная площадка единственная в Москве, на которой вы можете услышать уникальное и редкое звучание рояля марки Бюзендорфер. Дорогие друзья, мы будем очень благодарны, если вы нас поддержите на краудфандинге. И уже сейчас торопимся вас пригласить на открытие сезона, который состоится 30 августа в 20:00. Все подробности, имена участников и программы вы можете узнать на нашем официальном сайте blph.vibli.com. Спасибо большое за внимание и до новых встреч в лофте!